В жизни каждого человека есть такие моменты, о которых он будет вспоминать с особой теплотой и нежностью. Один из них – это вручение дипломов о высшем учебном образовании. У меня студенчество проходило очень ярко, и я считаю, что воспользовалась очень многими возможностями, которые дает наш университет. Девушки сегодня впервые предстали перед своими одногруппниками настоящими принцессами, а парни сегодня как никогда подчеркнуто элегантны, и все они немного волнуются, переворачивая целую страницу своей жизни под названием «Студенчество». Прекрасный выпуск. Вот государственная комиссия просто была, она обычно не склонна так уж сильно восторгаться, но мы были очень довольны результатами. Все находятся в хорошем настроении, а каждый учащийся ждет свои заветные минуты, когда его вызовут на сцену. Почти 100 человек мы выпускаем. Почти четвертая часть получила красные дипломы. А талантливые, творческие, способные и, надеемся, очень успешное будущее. И у меня пожелание всегда очень простое и очень банальное. Я вам желаю, чтобы жизнь сложилась так, чтобы утром хотелось на работу, а вечером хотелось домой. Пускай будут любимые люди, и пусть будет любимая работа. И значит, будет счастье. Добрый путь.